Ну, как ты там? Выспалась? Нет. Нам нужно идти. Он не перестает пинаться. Тогда не пойдем. Бежим. Вперед! Давай, давай, беги! В идеальном мире ничего из этого не случилось бы. Андроиды каждый день были частью нашей жизни. Ваш горячий шоколад, сэр. Но одной ночью все изменилось. Мы должны добраться до Бостона раньше, чем я рожу. Только там безопасно. Как долго это будет? 2 недели. Если ты найдешь для нас безопасный путь, то я пойду. Я веду войну против врага, который никогда не спит. Машина убийства. Они не остановятся, поэтому мы все мертвецы. Мы должны пройти через ничейную землю незамеченными. Никаких блокпостов, никаких людей и целая куча андроидов. Мы должны быть тихими. Бесшумными. Нельзя проронить и звука. Беги назад! Мы не сможем убежать! Это единственный шанс. Восстание андроида ведет к исчезновению человечества. Я бы убил за тебя. Я бы умер за тебя. И за нашего ребенка. Сынок, я отдам тебе единственную вещь, что осталось у меня. Шанс. Мать-андроид. Озвучено для канала в рейтинге.